Здравствуйте, рыбаки и рыбачки! Сегодня мы будем с вами делать очень легкую в изготовлении и весьма уловистую снасть. Будем делать из фанатика. Тут свинец, груз разборной, граненый. Ну вот такая вот тут 5 грамм веса. Вот смотрите, вот как оно собирается, как сюда цепляется крючок. Кто не знает, многие знают. Вот такая вот, видите, тут проволочка идет. Вот мы берем сюда наш крючок, заводим петельку, а теперь вставляем в отверстие, прорезанное здесь. Вот так вот вставили сюда и придавливаем, можно ногтем. Отсюда вылазит, здесь привязываем к леске. Ну, в общем, тут понятно. Вот у меня 3 штуки такие. Теперь наша задача найти сюда оплетку. Самое лучшее, я считаю, на окуня. Также очень хорошо берет на это дело. Карась попадается, карп. Это можно ловить, когда мы сделаем, я вам покажу. Можно ловить на спиннинг, можно ловить на кивок с удочкой. С берега можно. И вот я отрезал сантиметров тут 30. Но если что, мы лишнее обрежем. Вот мы берем, какую мы считаем необходимо сделать в первую очередь. Вот беру, вот так вот делаю, просто. Вот так оставляю нитки, кусочек. Остальное перевожу сюда. И начинаю обматывать. Вот так вот обматываю. Обматываю крючок. Короче, чтобы не тянуть ваше время, я сделаю, покажу. Вот так мы накрутили, такую куколку накрутили. А теперь два раза узел завязываем. Один раз и второй раз. То же самое. Чтобы у нас оставался где-то вот такой длины кусок нитки. Здесь один кусочек и второй. Вот выравниваем их и обрезаем. А здесь они потом... Вот этот сам кончик, чтобы он не развязывался. Ничего тут не мажем клеем. Только вот здесь, где у нас связано, чтобы здесь не развязывалось. Вот сюда ставим капельку клея нашего прозрачного. Вот чуть-чуть, чтобы здесь схватилось и не развязывалось. Все, больше нигде мазать не надо. Все, этого нам достаточно, оно сейчас пропитается и схватится, мертво будет стоять. И вот смотрите, наша снасть готова. Делается это очень быстро и легко. Может сделать ребенок, просто ребенок эту снасть делает прекрасно, и она будет работать. Я вам покажу, как она будет работать в воде и что из нее берет. Всякая рыба, честно говоря, попробуйте, сделайте, ничего сложного нет. Конечно, такой грузочек можно сделать и самому. Ну, только надо повозиться. Я так зашел в магазин, купил, они у меня давно лежат. Я сейчас вспомнил и сделал для вас специально. Смотрите, снасть эту можно здесь привязывать леской, а можно защелочку такую делать или вертлюжок ставить. Вот мы опускаем нашу снасть. Вот мы ее опускаем, к примеру, в речку или в озеро, или в ставок. И вот так вот она у нас работает. Ее можно ловить, я говорю еще раз, с лодки, с берега. Можно ловить на спиннинг. Когда на спиннинг ловим, мы просто закидываем и тянем ее. Тянем по дну, крючок шевелится, работает и привлекает рыбу. Особенно очень хорошо на это реагирует окунь. Ну и также другая всякая рыба. Смотрите, как оно вот идет. Вот она приманивает. Она крутится в разные стороны. И вот эти два поводка, которые два усика, привлекают рыбу. Еще раз повторяю вам. Делается очень легко и очень уловисто. Пробуйте, ловите, будьте довольны. Спасибо за просмотр, ребята. До встречи в эфире.